Всем привет, мои дорогие, с вами Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн. В этом видео я вам расскажу пустышки, часть вторая, чем мы вообще пользовались. Итак, значит, первое, что у нас закончилось, вот такое вот количество большое. Я помню, что я очень большим опытом заказывала это все по купонам. Я очень люблю купоны, и когда бывают скидки большие, я прям то, что мы используем в первую очередь, заказываю поболее. Итак, значит, это у нас идет минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды коралловый кальций с артиклом 157-30. Тут идет 12 фильтр-пакетиков, в составе которых идут коралловый кальций и серебро. Они восстанавливают водно-солевой баланс организма, способствуют насыщению крови кислородом, нормализации уровня сахара в крови и активизируют усвоение биоактивных веществ, в том числе кальция. Тут идет 12 саше по 1 грамму. И эту воду можно использовать для питья, приготовления еды, чая, кофе. Все, что угодно можно с ней делать. А воду, обогащенную коралловым кальцием, можно принимать без ограничений. Излишки жидкости выводятся естественным путем. И минеральная композиция не вызывает каких-либо побочных эффектов. Такая вот красота. Далее старая версия соуса. Ее уже нет, поэтому смысла нет. Артикул «Любимый чай мужа» 157-15. Это у нас идет прям травяной такой фитоконцентрат на основе комплекса из 8 фитокомпонентов, которые эффективно тонизируют, помогают сжигать жировые отложения и усиливают антиоксидантную защиту организма в течение дня. Вот такая вот красота. Сейчас я вам увеличу аннотацию. А, кстати, у меня же наклейки Фаберлик, ребята. Посмотрите, как здорово наклейки Фаберлик. Просто супер. У меня тут их два вида. Я прям кайфую. Так, значит, это травяной энергетический фитоконцентрат для похудения. В составе идут экстракты черного чая, плодов шиповника, сок апельсина, чай матча, экстракт зеленого чая, плоды гуараны, лимонника китайского и экстракт кардамона. Он эффективно тонизирует и дает энергию. Ну, понятно, да, то есть тут и матча, и гуарана. Усиливает антиоксидантную защиту организма, ускоряет обмен веществ, что помогает успешно снизить вес. В упаковке 14 порций. Вот такая вот красота. Далее, конечно же, чаи. Огромная куча чаев, потому что мы тут поболели немножко. Ну, во-первых, это олива, это противовоспалительный такой классный травяной сбор. Тут идут листья оливы, как антибактериальное и противовоспалительное средство, антиоксидантные, иммуностимулирующие и так далее. Да, тут очень хорошая аннотация. И трава и лист перечной мяты, он идет как бактерицидное, сосудорасширяющее, анальгизирующее, спазмолитическое, патагонное, ветрогонное, желчегонное. Отлично, просто отлично. Артикул 157-50, пьем всей семьей частенько. Дальше, значит, антистресс. Тоже очень крутая аннотация. Артикул 156-67. Очень прям крутой состав. Ну, очень мне нравится состав. Далее, иммунити. Иммунити с артикулом 157-70. Обязательно ставьте на паузу все чаи, читайте. Составы сильные, мощные и 100% чистые. Это у нас идет бронха. Чай бронха. Получается тоже бомбезный состав. Артикул 156-69. И, конечно же, гидрейн. Это идет у нас очищение. Тоже очень хорошо работает. Артикул 157-71. Избавит от тяжести за 2-3 дня. Даже один пакетик выпить на ночь. С утра вы сходите по-хорошему. Да, то есть он стимулирует, так представьте, у кишечника хорошо. И вам уже будет легче. А попьете его 3-4-5 дней и вообще почувствуете огромную-огромную легкость. Это здорово. Ну, тут пижма, крушина, понятно, да, то есть, что, представьте-ка, будет хорошо так активировано. Далее, псилиум, на нем мы печем пирожки, тут, как обычно, будет рецепт, но я не знаю, появится ли он еще на сайте, его давным-давно нет, я просто по купонам взяла много, я прям много взяла. Я сейчас не знаю, вот он у меня заканчивается, скоро уже у меня его не будет, а в наличии его все не появляется. Артикул 157-64, вот думаю, на Яндекс.Маркете, что ли, придется заказывать. Далее, коллаген, с коллагеном, вернее, коктейль Wellness. Очень крутой у него состав. Посмотрите, да, сколько витаминов, во-первых, да, вот поставьте прямо на паузу, посмотрите, это невероятно круто. Вот его состав, вот его действия и свойства. Тут даже есть конъюгированная линолевая кислота, которая помогает сжигать жиры и активизирует обмен белков. То есть выпил коктейль, пошел на тренировку, можно еще L-карнитина пару таблеточек, и вообще будет очень шикарное жиросжигание. Ну и плюс ко всему, это коктейль, так как в нем мало калорий, он помогает худеть. Артикул 156-50, и худеть он помогает без потери там каких-то важных питательных веществ в организме, да, вот когда там люди садятся на монотонную диету и потом страдают. Далее, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, вот таких вот 7 пачек полезной пасты для контроля веса. 4 злака, и это и твердая пшеница, овес, ячмень, рожь. То есть такая вот красота. А все едим, у меня уже купили около 40 пачек этого средства, потому что, честно сказать, это просто обалденно.
офигенная вещь, тем более она запатентована, и в магазине мы такую не найдем. Артикул 158.73, по моему ценнику она стоит 55 рублей, даже дешевле, чем в магазине. Штука очень-очень даже классная. Вот не знаю, есть ли еще такие патчи. По артикулу 10.89 ничего не находится. Я с ними так привыкла делать хороший, классный макияж, что я теперь даже не знаю, что без них делать буду. Потому что, ну, вот эти вот сыренькие патчи, они как бы уходовые. А это тканевый, клевый, классный патч, который мы с вами налепляем, делаем макияж, вся грязь остается на патче. Плюс этот патч был как укрепляющая маска. Он подтягивал кожу, он способствовал уменьшению отеков, он придавал коже тонус. Ну, шикарно, да? То есть тут было два в одном, но вот с артикулом 10.89 ничего найти не могу. Какой-то где-то серьезный макияж, вот эти патчи вместо обычных патчей, да, которые вот реснички наращивать, да, люди покупают, но это вообще было несравнимо, и что-то вот их не стало. Также больше не нашла на сайте вот такую красоту, гидрогелевые патчи для контура глаз, они лепились и сверху, и снизу, у меня тоже чуть-чуть осталось, артикул 14-13, пока их нету. Бомбезные маски, антиоксидантная маска для лица, это защита, 2075, и обновляющая маска, это возрождение, артикул 2070. Все маски вот из этой линейки, они реально стоящие. Далее, в прошлых пустышках, пока я вам их снимала, у меня появились новые пустышки с артикулом 308.47. Это парфюм для стирки в гранулах и ягодная энергия. Тоже очень люблю этот аромат, очень мне нравится. И, честно сказать, я уже все рассказала в пустышках один, поэтому не буду 100 раз повторяться, но вещь реально крутая, прям супер. Дальше. Конечно же, сыворотка у меня B-Royal давным-давно закончилась. И я вот эти кремчики дорасходовала сывороткой Booster Collagen O2. Могу сказать, что сыворотка очень классная. Она идет как интенсивная программа ремоделирования контуров лица с мультимолекулярным комплексом коллагена для восстановления и поддержания молодости кожи. Да, действительно, все так оно и есть. Мне очень-очень понравилось. Вот я тут чуть-чуть оставила, чтобы вам показать. Это новейшая новинка в моих пустышках с артикулом 1380. Однозначно рекомендую. Ну, конечно, вот этого мне, например, на все декольте, на всю шею, на все лицо, конечно, мало. Я расходую в 2 раза больше. А вообще, тут идет целая линейка. Во-первых, тонер для лица 13.93, сыворотка бустер. Вот она, вот эта сыворотка бустер 13.80. Потом дневной крем 13.81, ночной крем 13.82, крем для век 13.83. Что могу сказать? Эта вещь просто... получилась для меня какая-то вот такая, знаете, знаковая. Я начала замечать прямо, ну вот после поездки, потом у меня была температура 38 сколько-то дней, я что-то подцепила, насморк сильнейший и так далее. И я прям увидела, что даже во время такой болезни можно выглядеть хорошо, если бы не грустный взгляд. Поэтому да, она у меня прям протестирована была, прям отлично. А как она работает? Она работает просто великолепно. Вы ее нанесли, и через минуту вы уже забыли, что вы ее наносили. Она очень быстро впитывается, на нее очень хорошо кладется и макияж, и все. Но не забывайте, да, что сыворотка – это питание глубоких слоев кожи. И также нужно поверх сыворотки наносить потом таки дневной крем. То есть вот она у меня разнеслась, и все. Ее уже практически нету. Запах, просто обалденный запах какой-то, вот, знаете, такой свежести очень приятный. Мне очень нравится. Так, что-то у нас тут еще из пакетиков. Это пьет моя дочка. Витграсс, ростки пшеницы. Она у меня никак не ест зелень, но вот мне приходится таким образом. 157.68. Ростки пшеницы ей перетертые давать. Ну, спасибо Фаберлик вообще за такие продукты. Это классно. Когда ребенок не ест зелень, вообще никак отказывается. Она даже, вот знаете, вот иногда там в супе плавает зелень. Она пока всю зелень не выловит и не выложит. Но аутизм, знаете, штука такая. Ты не докажешь, что это полезно, и никак не уговоришь. Если ребенку не надо, он не будет кушать. Тут мы ей как вот через шприц из-под нурофена наболтали чайную ложечку, да, и бабах, и все, и ребенок кушает. Ну а что делать? Где ребенку брать этот же хлорофилл и так далее? И также водоросли хлорелла спирулина вместе вот с витграссом, с ростками пшеницы мы также даем. Артикул 157.57. Они идут прессованные в таблеточках. Мы их в таблетодавилке также вот прессуем, и потом вот наводим все вместе, и пших, шприцом ей из-под нурофена фена в рот, и она выпивает как лекарство, послушная девочка. Дальше, значит, вот такая вот помада была, и скрасили они ее с превеликим удовольствием. Это детская помадка с артикулом 47-41. Кстати, очень хорошо ухаживает за губками, мне понравилось. Едем дальше. Универсальный крем с аргинином, бальзам-растирка с пчелиным ядом и Signum One. Да, вот эта вот тройка. Боже мой, я вот так вот, знаете, вот так вот по чуть-чуть. Хоп-хоп.
Ну, он, видите, он уже практически закончился. Эта вещь стоит 3700 рублей по моему ценнику. Артикул 158.15. Тут недавно про него опять огромное количество отзывов было. Очень хороших, очень крутых. Я в восторге. И, конечно же, мажу и ребенка своего, и себя, и так далее. Второе средство – это бальзам-растирка с пчелиным ядом. Артикул 12.80. Тоже очень хорошо от всех видов болей. Там в спине заболела, коленка заболела и так далее. Да? То есть такой вот он. Светленький, хорошенький, разогревает действительно. Так, сейчас этот стряхнем. И универсальный крем с аргинином. Артикул 1279, он тоже хорошо работает. Ну, сами понимаете, что такое аргинин, да, как он благотворно влияет на организм в целом. И вот так вот я все это дело перемешиваю и наношу. Ну, сигнума, конечно, побольше, он уже закончился. И наношу куда нужно. Например, коленки заболели, нанесла. Спина заныла, нанесла. И боль проходит мгновенно. Но сигнум, конечно, надо побольше. И вообще просто супер-мега средство. Ну и что уж далеко ходить, да, вчера у меня был вот такой вот маленький порезик, да, видите, вообще легонечко. И я вот взяла и просто, он, знаете, это мне сделала мастер маникюра, ну как бы нечаянно пропилила. И я вот таким вот образом наносила на царапину, когда она у меня сильно начинала щипать. И я вам могу сказать, что у меня мгновенно все зажило. Прям мгновенно, понимаете? Знаете, сами она так пиланула пилкой, пиланула. В общем, я создатель новых слов, вы это знаете. Вот, и представляете, бац, и дырка. И я так, блин, как больно, да? То есть, ну, вот так у нас получилось. Такая вот ерунда, к сожалению. Следующая тройка у нас с вами идет очень интересная. Первое, это отличнейшее просто средство для умывания. Это гель для умывания с артикулом 0589. Он просто клевый и классный. Вот такой вот он густенький, хорошенький, приятненький. Он идет именно для проблемной кожи. Он глубоко очищает поверхность кожи и поры от избытка кожного сала. И не вызывает стянутости кожи, дарит ощущение комфорта. Да, действительно, я в дни, когда у меня жирнится кожа, в женские дни календаря, прям вот за неделю начинает прям жирниться кожа, я этим средством тоже у Катюшки умывалась. Ну, слушайте, штука просто прикольная. Она реально так нежно, легко, клево, классно умывает, что просто никаких проблем нет потом, да. То есть и смывается легко, и пенится очень хорошо, и она долгоиграющая, и объем у нее тут 150 миллилитров, в общем, здорово. Дальше крем-уход для интимных зон, он мне очень нравится, но я про него, честно сказать, забываю, я даже не знаю, есть ли он еще в наличии. У него очень вкусный аромат, и им здорово пользоваться именно там после бритья, да, там после депиляции и так далее. Вот это крем-уход с артикулом 2602, с очень классным ароматом. Аромат до такой степени классный, что у меня нет слов, я в него просто влюбилась. Вот это вот вообще во всю линейку Луника. Это свежесть, это женский такой очень приятный аромат. Далее, дорасходовала я такой вот дезодорант шариковый. Муж у меня отказался им пользоваться. Это мужской аромат с мужским запахом. Но он до такой степени легкий морской, что близок к унисексу, но все-таки больше мужской. Но я его дорасходовала. Артикул 2467. Ну, куда же его девать? Он не захотел им пользоваться, потому что он просто не любит шариковые дезодоранты. У него есть выбор, и он любит спреи. И в этом моего мужчину не переспоришь, а мне опять-таки выкидывают. Вот-то ведь жалко. Ну вот, поэтому так получилось. Ну и смотрите, гель для умывания гиалуроника, это такая классика из классик. Все здорово, классно, великолепно. Да, то есть вот он такой прозрачный, светленький, густенький, хорошо умывает, все отлично. Артикул 2820, же классный суперский аромат. В общем-то, никаких нареканий нет, просто великолепный гель. А вот этот жемчужный крем для умывания меня, конечно, очень сильно удивил. Очень сильно. Артикул 0397. Он так и указан, крем для умывания, мягко, деликатно очищает кожу, эффективно удаляет макияж, излишки себума, поверхностное загрязнение, накапливающееся на коже в течение дня. Благодаря нежной формуле крем не сушит кожу, оставляет ощущение свежести, чистоты, увлажненности. Мою кожу он слегка подсушивает. Так, он идет 120 мл, артикул 0397, и у него очень интересная вообще штука. Ну вот этого, я, видите, оставила немножечко, вот этого хватает умыться, в принципе, на всю шею, лицо и декольте. Смотрите его свойства. Видите, он как тянется. Он и на коже такой вот интересный, очень тугой. Когда его разносишь, такой же он жемчужный, какой-то такой, знаете, странный. Умываться им было в новинку. Но вот чем нас можно удивить? У него, кстати, такой приятный такой, может быть, нежный, сладкий, какой-то с толиками карамельки. Такой, ну, как будто карамелька, да? Вот. Ну, мне так кажется. И я могу сказать, что это очень интересная вещь. Прикольная, классная, легкая, необычная, потому что он, когда ты его мылишь, он реально прямо так, пена у него такая интересная, не пышная, а, знаете, такая плотно прилегающая кожа к пене. Тоже очень интересно. В общем, одобряю, закажу еще, мне понравилось. И тут я понимаю, что
вот такая вот ночная маска, это следующая пустышка, которая мне, в принципе, очень даже нравилась. Как видите, до дыр ее затерла. Ее нет на сайте. Я всю линейку ICO сейчас простудировала. Почему? Потому что, ну, нету тут нигде артикула, ничего. Просто написано «ночная маска для лица». И я стала искать и, честно сказать, не нашла эту маску. Ну, походу, она была не востребована, хотя мне она очень нравилась. У меня еще есть одна такая штучка в запасниках. Вот так вот. Поэтому смысла о ней говорить нету. Ее нет в наличии. А вы захотите купить. А вот гиалуроновый гель на сайте с артикулом 0951, конечно же, есть. Ну, слава богу, хоть это, да, то есть он такой вот зелененький, я его специально тут немножечко оставила, то есть такой вот он интересный, его классно наносить в виде маски, ждать, пока впитается, остатки можно просто ватным сухим диском убрать, если они вообще будут, эти остатки. Запах у него такой, знаете, зеленый и сладкий. Это вообще круто. Что он делает, да? То есть он содержит 80% сока мякоти алоэ вера. Глубоко увлажняет кожу, запускает процессы омоложения, создает водную защитную вуаль на коже. Вот защитная вуаль, честно сказать, я ее очень чувствую. И вот этот вот гель я его использую только на ночь, если так, да? То есть я могу перемешать с какой-нибудь ночной маской и так далее. Почему? Потому что вот этот вот защитная вуаль на коже, она не очень хороша для макияжа. Макияж получается как будто вот, ну, немножечко такая стянутость кожи чувствуется, да, потому что, по идее, алоэ вера, он так и работает, он способствует увлажнению, он стимулирует обновлению кожи. И, конечно же, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, она проникает в глубокие слои, питает, увлажняет. И вот, наверное, вот эта вот пленочка, она нужна для того, чтобы вот именно питать и увлажнять кожу изнутри. Текстура действительно такая тающая, приятная, без липкости, но вот она какой-то вот пленочкой, еле-еле уловимой, заметной вот какой-то пленочкой кладется. Далее, обалденная маска с артикулом 0744. Это для меня вообще находка, 50 мл. Она идет, получается, такая глиняная, хорошенькая маска вуаль, можно так выразиться. Она идет уже 40+ от многих признаков старения. Мне безумно нравится. Флакончик стеклянный, в такой коробочке она приходит. Ее классно дарить даже на подарок. Она людям безумно-безумно понравится. Дальше. У меня закон... А, кстати, еще одна сыворотка бустер. Смотрите, да, какая я жадина, сколько сывороток, да, я этих коллаген израсходовала. Хочу оставить очень приятный отзыв о вот такой вот серии B-Royal. Сейчас у меня в руках дневной крем. Артикул у него 1570. Это просто невероятная штука, которая мгновенно пробуждает кожу, помогает сохранить ее красоту и молодость. Я вот тут тоже чуть-чуть немножечко оставила. Это просто прелесть. Он очень хорошо работает на коже, вот этот дневной крем. Он предотвращает появление морщин, делает кожу заметно более упругой. Это действительно так. И плюс ко всему, он ее подтягивает, и кожа такая прям классная становится. Знаете, мне очень понравилось, я под большим впечатлением, честно вам скажу. Причем очень классно он наносится, не скатывается, то есть вообще никаких проблем нету. Я прям в восторге. Видите, вот эти вот частицы золотые, очень приятный, классный кремушка. Он рекомендуется для возраста 30+, имеет легкую гелевую текстуру с тающими золотыми частицами. Частицы это идут настоящего золота 999 пробы, которые восстанавливают гидролипидный баланс и придают коже драгоценное сияние, которое выступает проводником активных веществ из крема в глубокие слои кожи, обеспечивает антиоксидантную защиту, ускоряет метаболизм клеток, и под воздействием тепла кожи мельчайшие частички распадаются и проникают в глубокие слои кожи, повышая потенциал клеток и сохраняя молодость. В общем, ребят, я в восторге от этого крема. Скажу вам честно, закажу еще, и я этот крем дарила всем на Новый год, как вы помните, кто меня там ругал за то, что я поздно ролик выгрузила. Да-да-да. Вот. А потом, значит, в нем еще содержится экстракт меда редкой восковой пчелы. Вот и как раз запах у него идет вот этого вот меда. Он содержит более 600 ценных веществ и аминокислот, макро- и микроэлементы и витамины. Он улучшает микроциркуляцию, стимулирует обновление клеток, смягчает, укрепляет и питает кожу, повышает ее тонус, упругость, замедляя старение. В общем, очень крутая линейка. Рекомендую. Она действительно на высоте. Запах у нее не сильный. Кто не любит сильные запахи, ну, кто любит, тот пусть расстраивается. К сожалению, так оно и есть. Дальше, значит, у нас идет такой вот ночной крем для лица.
чабреца с артикулом 1571. Это тоже находка, но он, конечно, уже как крем. Не как вот этот вот с золотыми частицами туда-сюда. Это уже как бы идет как крем. Ну, как бы не столь интересно, да, как дневной. И он делает то же самое. В принципе, это, да, разглаживает морщины, стирает следы усталости, делает кожу сияющей, обновленной, отдохнувшей, придает лицу отдохнувший вид и так далее. Но ночной крем обеспечивает коже еще и плюс ко всему отдых, который действует в течение всей ночи, когда кожа наиболее восприимчива к восстановлению. То есть вот такая вот красота. Специально вот его оставила. То есть это уже такой обычный крем, можно сказать, да, с такой небольшой желтинкой. У него тоже такой аромат меда какого-то очень-очень-очень приятного. Вы знаете, кайфанул от этой линейки. Ощущение было, что я пользуюсь чем-то супер-мега качественным, потому что оно и не скатывается перед макияжем, да, то есть и вообще полностью сывороткой работает реально великолепно. То есть эта линейка меня прям сильно покорила. В ней еще есть маска для лица с артикулом 1574 и сыворотка для лица, которую я вам уже дважды показывала. Вот эта вот, да, сыворотка, она очень классная. Сыворотка тоже шикарная, вот идет она... Прям борется с морщинами, делает кожу шелковистой, невесомая текстура у нее и рекомендуется для возраста 30+. И вот это вот все вместе, сыворотка с артикулом 1572, ночной и дневной крем, это просто мега-бомба, ребята. Вот я прям кайфанула, и моя кожа действительно стала выглядеть еще лучше, еще круче. Хотя я и так за своим лицом очень люблю ухаживать. Далее у нас с вами очищение. Ну, очищающее молочко для всех типов кожи, оно у меня каждый раз в пустышках. Прямо каждый раз, сколько вы помните, с артикулом 0971. Оно как бы действительно очищает. Я им пользуюсь после мицеллярки. Она очищает кожу от любых загрязнений, снимает макияж с лица и глаз и подготавливает кожу к последующим этапам. Мне понравилось это очищающее молочко. Пользуюсь им с превеликим удовольствием. Оно довольно таки густое. И вот мицеллярная вода. Не очень мне понравилась. От нее кожа сильно липнет. Знаете, вот пока ты ее не смыл, глаза слипаются. В общем, мне от гиалуроники все-таки мицеллярка понравилась больше. С артикулом 1244. Вот я их сейчас дорасходую. У меня еще осталось 3 штуки, я ж по купонам набрала, вот, дорасходую и обязательно перейду обратно на гиалуронку, вот честное слово. Эта штука мне тоже очень нравится, артикул 0256, я и протираю лицо перед нанесением тоничка, тоже очень здорово. Дальше, конечно же, малофтелин, это супер вещь с артикулом 709-12, тут у нее до такой степени богатейший состав. Вот посмотрите, да, активные компоненты, которые тут содержатся, вы просто все поймете сразу. Этот крем, он лечит и прыщи, и насморк, и так далее. Я его частенько перемешиваю с нашим вот этим вот Signum One за 3700 рублей. И честно вам скажу, просто великолепно. Да, потому что Signum One — это сигнальные пептиды, плюс капелька малофтелина, плюс капелька кислородного бальзама. Это просто невероятно. Тут есть, да, как вы видите, и макадами, жожоба, бурити, облепиха, гиалуроновая кислота, коллоидное серебро, депантенол, мумиё, ионы цинка и меди, Е и Ф. Единственное, у него недостаток, вот у этого крема, единственный, наверное, недостаток, он пахнет, знаете, как ранешний аптечный детский крем. Все. Он жирненький, он клевый, он питательный. Его можно вместо крема для лица использовать, если захочется. Да, там у подростка там проблемная кожа, много-много прыщиков. Вот это вот трио меня просто спасает, как обычно. Да. То есть 158-15 раз капельку, да, нанесли малофтелин 2, вот это все перемешали. И кислородный бальзам, который имеет 20% нашего знаменитого перфтоуглерода. Все это дело прямо дает, чтобы оно глубоко-глубоко проникло. И эффект просто потрясающий. Артикул 58-06. Это кислородный бальзам. Он идет тоже с максимальным, как вы видите, содержанием кислородного комплекса. Универсальное средство для поддержания красоты и комфорта кожи. Мгновенно увлажняет и удерживает влагу. Активизирует все биологические процессы в коже. Ускоряет самообновление, запускает детоксикацию. Восстанавливает защитный барьер, устраняет дискомфорт. В общем, не буду до конца дочитывать. Могу вам сказать, что вот это вот клевое, классное трио. Это просто бомбезно, это просто великолепно. И для меня это уже началась такая вот незаменимая история, потому что в аптеке даже мой любимый Дрополен крем рядом с этим трио рядом не стоял. О, господи, тавтология. Ну, ничего страшного, да, вы, я надеюсь, поняли. Вот, кстати, классный очень тоник был, восстанавливающий тоник для лица, еще старая версия. Я не знаю, откуда мы его нашли, вообще без понятия, да. То есть он мне тоже, кстати, очень нравился. Так, артикул 0779 у него. Вот, но я сейчас пользуюсь вот этим тоником гиалуроника с артикулом 2821. Это увлажняющий
что не для лица. И вот от этой гиалуроники мне нравится мицеллярная вода. Равных и мицеллярной воде пока нет. Она идет в такой большой упаковочке. Но ее реально надо много, чтобы просто макияж снять, да, как типа как сухое умывание. Далее, очень мне понравилось наносить на тело крем для бюста 2506. Я не знаю, есть ли он сейчас в наличии. Он был в распродаже. Это BSC, он был в распродаже. У него не очень приятный аромат, но уж очень хорошо он подтягивает. Крем для груди, ну, я прям полностью на все тело наносила. И во время массажа мы этот крем использовали. В общем, обалденно. Он даже для массажа подходит. И как бы мне очень понравился. Так, еще один Signum One 158-15. Дальше моя зубная паста. Тут что-то пошло у меня не так. Я когда много гуляю, а у нас были морозы минус 20, у меня, походу, то ли нерв воспалился, то ли что на переднем зубе. И я просто вдыхала, и мне было больно. Я не могла ни горячее, ни холодное, ничего. Я просто взяла эту зубную пасту. Ух ты, еще не совсем, да, закончилась. Я просто взяла, вот столько, наверное, и взяла. Просто налепала на зуб. И у меня зуб прошел, и я всю ночь проспала спокойно. На следующий день с утра я ей опять почистила. А так как тут содержится такая штука, которая с первого применения снижает повышенную чувствительность зубов. И там идет что-то типа блокирования чувствительности и так далее. А вот для снижения чувствительности нервных окончаний и с кислородным комплексом. И вот мне это очень сильно помогло. И у меня такое ощущение, что пока что 2 дня все нормально, что я избежала зубного врача. Артикул 1657. Может быть, и избежала, не знаю. Далее партия лаков. Иногда беру их с собой, где-то что-то сломалось, подпилить, отросло, некогда вызвать мастера, или мастер на меня там переносит на несколько дней, а мне нужен хороший маникюр. Я вот заказывала на всякий случай. Но они все уже загусли, они все более года назад открыты. Как вы видите, везде я дорасходовала буквально по чуть-чуть, буквально там по одному, по три раза, где как, где чего, да, ну где-то и побольше. Но они уже загусли и не подлежат окраске. Что могу сказать? Супер, мега стойкая штука. Мне понравилось. Лак для ногтей, такой вот у него оттеночек, 78-74, прикольный такой оттеночек. Далее, значит, получается вот еще такой лак, но они оба одинаковые, оба у меня загусли. Вот этот, наверное, загус, я другой заказала, и это так не выкинул. В общем, стоят они 100 лет у меня, наверное, вот, 78-70 эти лаки, но они вообще даже не могут уже ничего накрасить. Вот честно-то сказать, их даже вскрывать смысла нет, куда-то наносить. Артикул 7833, вот такой вот Color Effect, тоже был классный. Тоже весь полностью загуз, как вы видите. Тоже мне безумно нравился, он плотно ложился. Если тут блески кладутся редко, да, то есть то тут вот прям такие плотные, хорошие блески были. Блески, господи. И лак для ногтей с артикулом 7872 тоже был достойный. Мне нравилось им, видите, блески редкие, да, мне нравилось им что-то сверху там побаловаться, вот так покрыть, там блесточек добавить, когда я уставала, ну, получается, уставала от ногтей, которые там 3 недели одни и те же, да, то есть у меня бывает такое, я устаю от одного и того же. Так, одновременно 2 открытые лечебные травы, зубные пасты наконец-то закончились. Слишком мятная, слишком термоядерная, я ее не полюбила, тьфу-тьфу-тьфу, прямо вообще ужас. Мятная, во рту все щиплет. Этой пастой пользовался мой муж и моя дочь, они кайфуют, им нравится, я же ж не могу такие сильно мятные, вообще терпеть ненавижу, 22-44. Но Катя с моим мужем сказали: мам, ты что, с ума сошла? Говорит, такая вкуснятина, говорит, сама своими там нежнятинами красься, машься, слушайте-ка. Вот он крем, такой толстый слой впитался, да, вот этот Бироил. Я в шоке вообще, практически впитался уже. Видели, да, какой толстый слой был? Так, такая рука молодая сразу стала. В общем, вот этот Бироил, я не могу, я кайфую с него. Так, дальше поехали. Это у нас идет очищающая пенка для полости рта. 18-13, ребят, если она есть, берите, даже не сомневайтесь. Она с таким легким мятным ароматиком ананасика идет. И очищает она действительно здорово, классно и клево. Просто суперски очищает. Рекомендую. Дальше зубная паста груша. Ну вот хотела ж я больше не покупать. Думаю, попробую вот эту 6+, которая со фтором. Ну и что вы думаете? Ну, ест она зубную пасту, придется переходить на мятную. Но мятную она не очень любит, поэтому я вот туда-сюда, туда-сюда. Но вкусная зубная паста, она их не получит, не проглатит. Она их, ну, съедает, за ней надо очень следить. То есть она пошла, допустим, в туалетик, из туалетика она пошла мыть ручки, и там же она может себе выдавить в ротик зубной пасточки и покушать. Ну, господи, господи, ну ё-моё, а. В общем, вот такой ребенок. Артикул 2359. Далее, нету их в наличии, Signum 31 с артикулом 158-60. Однозначно рекомендую попробовать. Это биорегулятор тканей глаза на основе сигнальных пептидов. Его цель заключается вокруг глаза, как крем наносить, чтобы он в глаза не попадал, в сами глаза, хотя в глаза попадет не
не защиплет ничего. Это у меня уже так было, попадало. Вот, а вокруг глаза вот массировать, на веко накладывать, на нижнее и на верхнее, то есть как крем. И я вам могу сказать, что результат бомбезный. У меня векуськи очень понравилось. Жалко, что я их взяла мало. Очень жалко. И у меня еще было две штучки закрытых. У меня врач звонит, говорит, Аня, ребенку очень надо. Говорит, дай, продай. Ну, я дала, продала. И вот так вот и все. Вот. Сама осталась без капель. Думала, ну ж выпустят же когда-нибудь. Но так вот и не настало у меня. Это средство для снятия всех видов лака. Артикул 14999. Нравится. Ну, такая же вонючка, как из магазина. Может быть, даже поменьше пахнет, чем из магазина вот этот ацетон, да? Ну, прикольно. Все снимает. Хорошо. Что нужно? Ну, гель-лак, конечно, не снимет. Сделать его просто, наверное, мягким, липким. Наверное, надо вот замачивать там еще туда-сюда. Тогда он снимет его. Ну, мне зачем, чтобы он его снимал? Дальше. Ватные палочки 200 штук. Их, кстати, опять-таки мне написали в Ютубе, что нету в наличии. Ну, будут. Я закажу еще штучек 10. Артикул 910-254. Они слегка дороже, чем в магазине обычные палочки. Но они идут 100% биоразлагаемые, экологически чистые. Материал бамбук и хлопок, ребята. Ну, как бы и количество 200 штук. Поэтому из-за того, что у них 100% натуральное происхождение, я буду их брать, а как только они появятся. Это шикарно. Дальше. Грелки для рук самонагревающиеся. В морозы без них, честно скажу, никуда. И мы до этого в спортмастере брали грелки спортмастеровские. И могу сказать, что там грелки стоят дороже, чем наши грелки. И греют меньше, чем наши грелки. У меня есть с чем сравнить. Это, во-первых. Во-вторых, грелки для ног все-таки приходится брать в спортмастере. Из-за того, что наших нет в наличии, хотя они реально крутые. Детям в обутки наклеил. Вот у меня племянница, да, ей скоро 18 лет. Она ездит из города в поселок. Я жила раньше в поселке Мурыгино, потом мы переехали жить в город. И вот она до сих пор там живет. Она у меня ночует с воскресенья по пятницу. Но в пятницу она уезжает к маме, понимаете, да? То есть ей все равно там где-то на остановке стоять, где-то еще что-то. Ей холодно. И в морозы, конечно, она ездила на такси, все, но все равно холодно. И когда ноги замерзнут, да ты садишься в этой обуви и час, ну минут 50, наверное, еще сидишь и терпишь этот холод. Потом ты еще минут 20 бежишь до дома. Ну, это, конечно, там в минус 30, это жестко. Я вам честно скажу, ноги просто потом болят. И, конечно, я ей дала и грелки для ног, и векуськи дала грелки для ног, и больше грелок для ног нету. Вот сейчас в спортмастер съездили, мы еще купили грелок для ног. Вдруг где какой мороз, где-то поедем куда-то гулять, кататься. Я люблю, чтобы ножки были в тепле. Я не люблю, когда у меня ноги мерзнут, честно скажу. Вот, хотя обувь у меня новая, но, знаете, всякое бывает. И вот с артикулом 910-515 это грелки для рук. Очень нравится. Очень мне нравятся грелки именно для рук. Так, дальше я очень быстро вам покажу, какие у меня БАДы закончились, и будем с вами заканчивать. Долго уже не буду говорить. В каждой пустышке у меня куча БАДов, поэтому не буду вас задерживать. Значит, гастропротектор. Пила моя Викуся. Мне прописала ее мой врач. То есть я всегда советуюсь с врачом, прежде чем что-то к чему-то там, да, как говорится. С артикулом 158-28 пропила моя Викуся гастропротектор. В принципе, есть результат. У ребеночка улучшился иммунитет и так далее. Далее, чернику мы допиваем. Сейчас появились более хорошие у нас витамины для глаз. Но все-таки мы решили, а куда же ее девать, решили допить чернику. Артикул 157-26. Дальше, значит, живица. Череда была болезней. Педагоги, Викины и так далее. Хозяюшки по дому у меня все пили живицу обязательно. Потому что, ну как же ж без нее? А вдруг тоже заболеют? Зачем это надо? Энзиповар. Это ферменты очень хорошие для пищеварения. 157-33. Иммуномодулятор. Очень крутая штука. Пить нужно по две штуки два раза в день. Артикул 158-25. Если заболели, можно по три штуки два раза в день. Тоже очень хорошо работает. Тоже на основе сигнальных пептидов. А пептиды у нас не химозные, а натуральные. Есть еще, я тут в чате чистоты читала, что еще есть какие-то пептиды синтетические. Так вот, у нас натуральные. Дальше куркумин. От всех видов воспалений. Абсолютно от всех. 158-20. Далее йод. Гипотиреоз в Кирове у нас вообще очень сильно распространен. Артикул 157-55. Йод нужно пить. Он еще идет с железом. Дальше витамин D3. Больше мы такой брать не будем, потому что появился более лучший D3K2. Стоимость, конечно, очень сильно разная, но D3K2 намного круче и детям, и взрослым. Артикул 157-77. Детский витамин D3 мы не пьем, нам запретили. Крахмала там содержится, в детском крахмала, в этом вот не содержится. И вот комплекс К2 D3, тоже 2000 международных единиц содержит одна капсулка, поэтому вот мы пьем 158-09. Дальше селен. Почва очень сейчас не богата селеном, 158-06. Q10, тоже его допиваем и переходим на Q10 от молекулы Force.
хочется мне. Так, где он, кстати? Вот он, Куинзим Q10. Вот новая версия у него идет. Старую еще нашли, допивали. Так, господи, господи, 157.00. Или это старая версия? Слушайте, вот не помню. В общем, вот Куинзим Q10 от молекулы, мы на него будем переходить. А этот вот мы уже допиваем. Дальше кардио обязательно. Пьем каждый день на ночь вместе с магнием. Вот такая вот тоже классная штука. Это старая версия, новые артикулы вот тут будут подписаны, потому что пока я их не могу сказать. Далее, витамин В-комплекс. Ой, от него очень много что зависит, даже наше с вами настроение. Вот, поэтому пьем 158.04. Пихтовита, клеточный сок пихты сибирской, 157.35. Чистейший просто состав, чистейший клеточный сок пихты сибирской. Иммунитет повышает, память улучшает, железо натуральный источник, плюс лечит кишечник. То есть хорошая тоже штука. Витамин С плюс цинк, я думаю, это можно не объяснять даже. Цинк, насколько цинк важен, 157.89. Омега-3 обязательно. Ну, мы всей семьей омегу-3 пьем, у нас ее намного больше, если честно, чем тут стоит. Закончилось, просто пустые баночки у нас вчера забирали на пункт выдачи, поэтому мы отсюда очень много БАДов убрали. 157.79, пьем именно омегу-3 форте, омега-3.69, может поддерживать, если есть какие-то воспалительные процессы в организме. Что такое воспалительный процесс? Если у человека есть полнота, вот она у меня, например, уже присутствует, да, я женщина 52 размера, вот, я понимаю, что у меня уже есть воспалительные процессы, как говорит мой врач, если есть полнота, там, сыпь, еще что-то, у меня все есть, и полнота, и сыпь, в общем, да. А омегу-3.69 тогда нельзя пить, нужно пить только омега-3 и обязательно какой-нибудь антиоксидант. У нас есть антиоксидант, новая версия, вот эта старая, я еще старую допиваю. Дальше, значит, магнезиум, это магний, его сейчас нет в наличии, но он как будет, я вам клянусь, я 20 штук буду заказывать, потому что мамам, папам, если всем по 2 таблетки 2 раза в день пить, как говорит мой врач, ну это, конечно, баночки не намного хватит, 60 всего капсул, сами посчитайте, на двоих по 8 капсул в день, ну что остается, в общем-то, да, 158.01, поэтому буду брать очень много. Дальше наш любимый дигидрокверцетин. Тут всего 30 капсул, он мега дорогой, но его нужно принимать. Артикул 157.90. Викуся у нас кушает по одной капсулке в день, и у нее прошли холодные ручки и ножки. Вот у ребенка всегда были мраморные ноги, холодные руки, ноги, кончики, да, вот при любой температуре у нее жар, а руки, ноги холодные, температура плохо скидывалась. Но вот как мы начали пить дигидрокверцетин, вот она тут последний раз болела, фу-фу, все замечательно просто прошло, без всяких жаропонижающих, просто там охлаждающую маску на лоб, я вам ее показывала, да, и все такое прочее. Дальше. Это идет комплекс поддержки костной ткани. Мне сказала пить мой врач. Почему? Потому что получилось так, что я взвесилась на весах Пикук, и они мне сказали, что у меня не хватает костной ткани. Да, антипаразит обязательно, старая версия. Поддержка сна и биоритмов очень мне понравилась, прям реально классно. Я стала такая супер-мега спокойная. Хотя я думала, что я спокойная, честно вам скажу, но оказалось, что я была неспокойная. Антипаразит на экстракте черного ореха 157.63. Далее Good Flora, старая версия для кишечника, очень хорошо помогает. Про и пребиотики, их вообще нет в наличии. Вот мы сейчас допьем и про биофул, наверное, будем принимать. Далее репродуктивная система для мужчин. Подходит срок, решили выпить. Ну, нет у мужа проблем. Я врачу звоню, говорю, а можно просто так попить? Она говорит, а почему бы нет, для профилактики можно. Я говорю, ну, окей. В общем, Антон выпил по 2 штуки в день, мы его подсыпали. Далее, иммуносистем суппорт комплекс. Это иммуностимулятор. Тут у нас идет иммуномодулятор комплекс. Вот, это, вот, кстати, иммуномодулятор форте, когда человек болеет, по 2 штуки 3 раза в день можно дня 3 попить. Просто отлично. Но не забывайте, D3 при болезни тоже мега важен. Вот, тоже артикулы все старые, вот все, где серо-крыжечки, это все еще старые артикулы, поэтому новые будут тут подписаны. Ну и, конечно, кофе, добрый день, которого нет в наличии. Доброе утро было, но не знаю, сейчас есть оно или нет. Не знаю, стоит ли говорить артикул даже с 16.049, надеюсь на перевыпуск. Вот, ну реально вкусный, я прям на него подсела, мне он очень понравился, прям мега вкуснятина. Ну и наша соль новая, полезная, с магнием, тоже ее в наличии нет, вот сколько взяла, столько и тратили. Артикул 158.71. Ну все, мои дорогие, ругайте, не ругайте. Вот столько у меня пустышек. А плохо снимать обзоры я не могу. И так не очень хорошо снимаю. Всем спасибо за внимание. Кто досмотрел до конца, поставьте мне хотя бы плюсик. Я буду знать, что вы прям столько много досмотрели до конца. Всем пока-пока. Рада была вам рассказать про всю продукцию, которую люблю пользоваться сама.